1 ноября, мы в Порто-Монтенегро. День открытия зимней рыбалки. Да, я вижу рыбаков немного, условия почти штормовые, но вот вижу Алена. Алена на рыбалке. Ален, ну как рыба клюет сегодня? Вы знаете, я встала в 6 утра, не могу сказать, что улов большой, штормовые условия, но в общем-то как рыбак-профессионал я не сдаюсь. Я не сдаюсь и надеюсь на хороший улов, хотя бы к вечеру. Алена, где же удочка? На что ты ловишь рыбу? У меня рыбалка особая, поэтому удочка мне не нужна. Если я нахожу правильную рыбу и нахожу с ней правильный диалог, рыба сама приносит мне снасти, потому что каждая рыба предпочитает свой вид удочек. А где наживка? На что ты ловишь рыбу? Наживка здесь. Обычно я ловлю рыбу на блины с белужьей икрой. Также я использую одноименную водку. Иногда, конечно, попадаются редкие сорта рыб, трезвые рыбы. Да, зачем тебе монтеминерали? Тогда я ловлю их исключительно на воду. Но это очень-очень сложная рыбалка. Эту рыбу очень сложно встретить. Ну, за весь мой рыбацкий стаж, наверное, 5-6 рыб попались в моей сети. А есть ли какие-то правила у рыбалки? Да, правило номер один, мое правило. Зачем ловить мелкую рыбу, когда можно играть по крупному? Конечно же, я предпочитаю крупную рыбу. Прежде всего, я ориентируюсь на лодку. Лодка должна быть покруче. Сами понимаете, рыба в таких лодках тоже хорошая. Какие еще секреты есть у рыбалки? Ну, в общем-то, самое главное — найти правильный диалог с рыбой. В этом мне помогает флаг, как ориентир. Вот, например, это... Так, это флаг Австралии. А, это Австралия. По-английски я говорю, поэтому с диалогом... Это подходит. Да, это подходит.